Всем привет! Не планировал я делать выпуск на данную тему, но инструмент получился реально хорошим, удобным и функциональным. Сама конструкция до безобразия простая, поэтому комментировать тут особо нечего. У нас получился аналог шлифовальной машинки для деликатных изделий. Особенно актуален для тех, кто любит что-то мастерить своими руками. Можно обрабатывать мелкие детали, например, моделистом. Хотя я проверял, убирает древесину из больших заготовок, вообще без проблем. Ну, конечно, этим заниматься не будешь, для этого есть другой инструмент. А вот для мелких изделий просто незаменимая штука.